Новую купюру с портретом Уинстона Черчилля номиналом в 5 фунтов стерлингов поступает сегодня в обращение в Великобритании. Она придет на смену в банкноте, где изображена реформатор британской тюремной системы Элизабет Фрай. Но ну, а самое интересное, вообще для чего мы все это вам рассказываем, купюру сделают из синтетических полимеров. В Банке Англии отмечают, что новый денежный знак гораздо экологичнее. Он в два раза долговечнее своего бумажного аналога. Лучше защищен от подделок, ну и размер его меньше примерно на 15%. Больше всего раздражает в обычных бумажных деньгах это то, что они собирают на себя грязь, быстро рвутся, теряют свой нормальный вид, ну и вообще могут просто уйти в утиль раньше срока. С новыми купюрами такого не случится, они водоотталкивающие и не будут ни мокрыми, ни грязными. Также они не рвутся. И более того, такие банкноты могут выдержать стирку на 90 градусах. Ну, по-моему, у всех была такая ситуация, когда деньги забывали в джинсах и кидали их в стиральную машину. Вот после этого их можно было только выбросить. В Соединенном Королевстве теперь таких се не будет. Выпустить купюр собираются 440 миллионов штук. Позавидуем Великобритании. Полимерные банкноты сегодня используют более чем в 30 странах, включая государство Содружества наций во главе с Соединенным Королевством. Например, такие купюры ходят в Канаде, Австралии и Новой Зеландии. В этих странах номинальная Елизавета II глава государства, поэтому и на деньгах ее изображение. Полимерные деньги ходят еще во многих странах, например, румынские ли и вьетнамские донги, можно вспомнить, они тоже синтетические. Гидроэлектростанция.